Власти Армении получили от России запрос на поддержку боевых действий в Украине, пишут СМИ. В СМИ также появились сообщения, что Армения еще не приняла решение, в отличие от Казахстана, который практически моментально заявил о своем отказе на призыв России. Однако телеграм-канал «Мировые конфликты» пишет, что имеется первый прецедент – солдат ВС Армении был схвачен в Харькове. Подпишитесь на наш канал Budra News и будьте в курсе всех событий.